Так, 7 ноября 2022 год. Нахожусь вот на границе как раз таки. Здесь с правой стороны находится Феррара, с левой стороны находится Freedom. Ну, Феррара выглядит сейчас. Феррара у нас имеет винт. Имеет винт. Сейчас найду более покрупнее головку. Вот, вот, допустим. Вот у нас головка. Винтик потом начинает открываться. Здесь тоже уже капуста срезается, идет уборка. Ну вот, допустим, видно. Винтик у нас уже начинает подоткрываться. Соцветие беленькое. Но пятачок, если раскрылись листики, будет пятачок. Или вот как здесь сделано, листики заламываются. Ну вот Феррара тоже, вот здесь она уже у нас приоткрылась совсем. И рядышком Freedom, ну он чуть повыше, вот там вот видно его дальше. Да вот сразу видно. Вот он, Freedom, уже весь открытый, но такие вот головы. И он цвет, когда попадает в него солнечный свет, он становится слегка светло-кремовый оттенок. И такой он и остается. Ну, вот здесь вот голова, она вообще уже здесь будет вес, наверное, 2,5. Или даже больше. Он практически сразу открывается Freedom. Ну вот, так и наши. Здесь также у нас уже идут срезы. Такие вот. Ну и Freedom помощнее. Сами кусты. Сами растения более мощные, повыше, лист побольше.